Всем привет, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный пирог со свининой и персиками. Для этого нам понадобится 2 пласта слоеного теста бездрожжевого, граммов 500 свинины, желательно шеи, 1 банка консервированных персиков в сиропе, несколько зубчиков чеснока, упаковка печеночного паштета любого, 1 яйцо для смазывания пирога, также приправа для мяса, масло и мука для посыпки, для раскатывания теста. Пока тесто будет размораживаться, мы займемся мясом. Разрежем его на небольшие кусочки. И одновременно будем удалять какие-то прожилки и жесткие части, также жир. Вот на такие кусочки мы полностью разрежем все мясо. Как для поджарки. В порезанное мясо добавим приправу. Можно добавить молотый перец, а также измельченный чеснок. Для этого мы его почистим и с помощью чеснокодавилки измельчим. Теперь нужно все перемешать. Ну вот, масло разогрелось. Теперь добавляем мясо. Сначала мы его хорошенько обжарим. Вот так вот будем помешивать, чтобы оно поджарилось равномерно со всех сторон. Ну вот, мясо обжарилось. Теперь мы можем его посолить. Добавить немножко воды, убавим огонь до минимума и будем тушить его под крышкой минут 30-40 до готовности. Пока у нас тушится мясо, давайте займемся персиками. Я уже слила сироп из банки, достаем половинки персиков, они уже без кожи, и нам нужно порезать их вот такими дольками тонкими. Практически все персики уйдут из этой банки. Подготовим тесто. Оно у нас растаяло. Присыпем стол мукой. И раскатаем один из пластов в форме прямоугольника. Не очень тонко, потому что это будет дно пирога, чтобы оно не оказалось дырявым. Переносим пласт теста на подготовленный противень. Сюда я положила силиконовую коврик. На всякий случай смажем его маслом еще. Очень небольшим количеством. Так вот. Хотя, в принципе, смазывать силиконовые коврики не нужно. Выкладываем сюда пласт теста. Пусть он будет немножко заходить за края. Второй пласт теста раскатаем точно так же. Это будет верх пирога. И пока отложим его в сторонку. Все, мясо готово, оно остыло. Теперь наша задача выложить его равномерно по всей площади теста.
вот такими кусочками. Если вы любите начинку поострее, то на этом этапе можно добавить молотый черный перец. Теперь нужно выложить слой порезанных персиков вот таким образом. Равномерно распределить по всему мясу. Делаем небольшое отверстие в упаковке с паштетом и выдавливаем аккуратно наш паштет верхним слоем, вот таким образом, зигзагом. Начинка наша готова, теперь накрываем пирог вторым пластом теста, который у нас уже раскатан. Вот так. Лишние кусочки мы обрежем кулинарными ножницами. Их мы используем для украшения. Теперь пирог нужно закрыть со всех сторон, защипнуть. Это будем делать вот так. Подворачивать верхний край на нижний. Вот так заворачивать и прищеплять пальцами, чтобы получился такой кантик. Все края мы закрыли, теперь нужно взять вилку и проделать обязательно вот такие отверстия, чтобы у нас пирог не вздулся во время приготовления. Из обрезков теста я раскатала вот такой небольшой прямоугольник и нарежу теперь его на полоски. Теперь разрежу их поперек, по диагонали. Для того, чтобы наш пирог был красивым, мы его должны смазать сверху яйцом. Разобьем яйцо, взболтаем. И промажем сверху поверхность пирога. Из вот этих нарезанных кусочков мы сейчас сформируем очень красивые цветы из теста. Сделаем вот такие вот соцветия из 5 лепестков. Совсем маленьких обрезков мы сделаем шарики, это будут серединки. Чтобы они приклеились, обмакивайте яйцо. Украшение мы тоже смажем яйцом. Ставим пирог запекаться в предварительно разогретую духовку на 180-190 градусов на 30-40 минут до зарумянивания, до полной готовности. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Всем приятного аппетита!